Здравствуйте, уважаемые любители здоровья и красоты от морковки! Сегодня я хотела бы с вами поделиться очень замечательным и простым способом, как можно избавиться от икоты. Но сначала давайте разберемся, что такое икота. Икота – это непроизвольное толчкообразное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Эти сокращения приводят к кратковременной остановке дыхания и закрытию голосовой щели, из-за чего возникает соответствующий звук, сопровождающий икоту. Обычно частота икоты составляет от 4 до 60 раз в минуту, и встречается она очень широко. Практически каждый человек сталкивался с икотой хотя бы раз в жизни. Итак, какие же могут быть причины возникновения икоты? Чаще всего икота ассоциируется с вздутием живота, перееданием, употреблением газированных напитков и аэрофагией. Аэрофагия – это частая причина икоты у новорожденных и детей младшего возраста. Также причинами, которые вызывают икоту, может служить резкое изменение температуры окружающей среды, употребление очень холодной или очень горячей пищи, стресс и чрезмерное употребление алкоголя. И существует очень много способов, как можно избавиться от икоты. Например, задержка дыхания или полоскание горла ледяной водой. Можно съесть дольку лимона или же вдыхать аммиачные пары. Но эти способы не всегда действенны. Не всегда и не всем они помогают. Но существует такой способ, который 100% поможет избавиться от икоты. Итак, что нужно делать? Сначала мы делаем быстрый глубокий вдох. Задерживаем дыхание на 1 секунду, затем выдох. Так нужно сделать 10 вдохов. После чего мы берем стакан воды и делаем 10 частых маленьких глотков воды. После чего икота исчезнет и больше не будет вас беспокоить. Еще раз повторюсь, что это действенный способ и он помогает 100% избавиться от икоты. Ну а на этом все. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока! Thank you.